Ну что ж, друзья, настало время разжечь наш гриль. Я специально купил вот такие вот щепки для разжигания. Только у нас нет спичек, поэтому мы будем разжигать костер от газовой плиты. Никогда в жизни ничего не жарил на гриле. А я жарила, забыл, я даже сама костер разжигала. Ну что это такое? Это вот так поднимается. Так она же грязная. Нет, он чистый, я уже вытерла. Ладно, идемте за дровами. Таня сегодня вещи постирала. Карусель, карусель, ту-ду-ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду-ту. Будешь сейчас сам все поднимать с земли? Мы жарить сегодня будем овощи, потому что у нас нет рыбы. Ну, бери. Что? Дрова. Ну, бери ж потолще, побольше. Да ты что? Чтобы они дольше порежем? Горели. Нечем резать. А ты поискал? Вдруг здесь есть топор. Саш, ну поищи топор здесь, может быть. Тот, кто ищет, всегда найдет, Саша. Нашла? Молотком можно побить. И еще вот это бери большое. Вот это? Нет, это круглое, да. Оно будет гореть вечность. Идем. А щепки вниз не нужно? Сейчас все сделаем. Такой вид красивый. Но на этого мало. Саша, это тебе костер не на земле. Здесь не так все делается. Бревна не обязательно вот так вверх складывать, иначе... Разжигателя нет, Тань. Ты, походу, вообще не сможешь выжить нигде. И даже не знаешь, как костер разжигать. Что ты, скажи, стоишь и подбуешь меня? А, вот так это делается? Да. Смотрите, как? Вот вам учебник, как правильно разжигать. Бумага мне нужна. Зачем? Просто щепку возьми, подожги, иди от плиты. Здесь больше нет бумаги, только бумажные салфетки. Но только не надо весь рулон сжигать. О, мало. В смысле? Куда ты забрал рулон? Он мне нужен. Шишки возьми, будет дымиться. Да хватит нам пару картошек пожарить. Оно должно разгореться, ты понимаешь? Будет слишком сильный жар, и все сгорит нафиг. Оно перегорит до углей. Вот же спички лежат. Правда, они... Все, они уже испортились. Скинь их в костер тогда. Я всю жизнь разжигаю костры. Да, конечно. Не переживай. Вот Ваня Катин умеет разжигать костры. Вот иди к Ване Катину. Он офигенный. Космос. Давай это как-то разожжем. А, у меня такой классный маникюрчик. Я приготовил разжигатель. Это будет спичка наша. Ну что ты делаешь? Аккуратно. Все, идем. Ну, вот так. Идем вот. Быстрей, быстрей. Воняет. Я должен сохранить этот костер. Получилось? Чуть-чуть не хватило времени. Подержи. Ну зачем ты эту бумагу намотал опять? Чтоб был больше огонь. Чтоб сейчас все туда попадало, я его вытирала. Пусть все горит. Все, а теперь неси. Сразу можно было так сделать. Угу. Так она не горит. Давай, Прометей. Прометей? Угу. Что-то у тебя пока не получается. О, горит. Но это была моя идея, угу. Так что. Так, сюда. Сюда. Без резких движений. Сюда. Сейчас все будет. Ой, фу, уже воняет. Гори, ясно. Как думаешь, не потухнет? Просто сейчас бумага перегорит и все. Мы будем пахнуть костром с тобой. Хорошо, вроде бы разгорелось. Да? Щепки помогли. Не зря их купил, ты говорил, зачем? Будут у нас овощи. Все, тогда я пошла делать овощи. Вообще не ожидал, что с первого раза получится разжечь. Чудо произошло просто. Смотрите, какой у меня факел. Таня принесла музыку, сейчас будет веселее. Включаю что-то. Долго горит этот костер. Жду, пока перегорят дрова. Таня уже приготовила овощи. А в этот раз мы будем жарить картошку и батат, кабачки, баклажаны и перец.
Вы только посмотрите, какой я замечательный мангальщик. И даже солнце вышло. Таня говорит, что не хватит. Давай все в пепле, чтобы было. Ну блин, ну аккуратно. Ну так сильный же жар. Саш, вся решетка будет грязная. А что ты делаешь, я не могу понять. Сейчас все вывалится, на плитку упадет, разобьешь. Ты понимаешь, что нужно поставить ровно, иначе, если оно упадет, упадут все овощи туда. Ну, я не знаю. Все. Таня старалась аккуратненько по одной штучке класть, потом ей зашел дым в глаз, и она убежала. Поэтому я сделаю проще. О-о-о. А что это значит? Дожился, кулинарный влог снимаю. За то, как красиво все выглядит. Никто не узнает. Об этом никто не узнает. Зачем ты выложил вот это? А когда надо? Оно позже? Приготовится за 2 минуты и будет холодно. А, ну тогда обратно. Думаешь, ну что? Хорошо, что складывать обратно? Ты же не контролируешь. А, все обратно складывать? Да, что да. Логично, надо было стоять, и, а не убегать. Сейчас сложу все обратно. Обожаю переделывать. Попадали. Упорядочил я овощи. С одной стороны картошка, с другой стороны баклажаны и кабачок. Теперь самое главное, чтобы это все не сгорело. Тарелки вибрируют. Сырая картошка. Наконец-то я дожарил всю эту гору овощей. Это заняло у нас больше часа, наверное. Таня еще приготовила вот такой вот соус и салат. А я пиво хочу. Ну, пей пиво, я буду вино. Да, покажи этикетку, оно очень вкусное. Если вы любите сладкое вино, неприторное, с фруктовым вкусом и приятным послевкусием, тогда это вино вам понравится. Как его открывать, блядь? Шелковица, есть еще такое с клубникой и там другие вкусы. Вот я уже это пробовала, очень вкусное, мне понравилось. Какое вкусное. Так это же сплошной сахар. Нет. Очень вкусное вино, очень фруктовое. Сироп с сахаром. Нет, это хорошее вино, турецкое. Шелковица. Всё.